Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить фир. Все так же ищем Феттеля. Да хрена врагу. Так, ну парочку уложили, это хорошо. Кто еще? Где еще? Вон там один бегает, вижу. Ой, что-то я разучился играть. Не играл уже, не соврать. С неделю точно. Так, сейчас я звук прибавлю чуть-чуть. Но задача у нас прежняя. Мы все так же ищем Феттеля, все так же ищем Янковский. Не могу сказать, что сюжет в игре очень уж стремительно развивается. Мы этим занимаемся уже на протяжении последних часов 5, наверное. Задачи все так же не меняются. Все так же нас пугает девочка. Мы все так же пугаемся. И, собственно, без изменений. Так, давайте мы... А, в принципе, нет, давайте все оставим как есть. Мы опять выбрались из офисов, опять ходим в каких-то производственных скучных помещениях, не таких красивых. Ну да ладно. Так, гранатки. Возьмем гранатки. Мне в комментах подсказали добрые люди, что их можно циферками переключить. А то я-то, блин, что-то и не знал даже. Я пытался связаться с президентом Армахема, госпожой Женевьевой Аристид. Ее нигде нет. Мне точно известно, что на момент захвата ее в штаб-квартире не было. Видимо, у нее есть причины скрываться. Еще бы. Все шишки, что полетят на нее. Так, это что за дверь такая? Ух ты. Туда мы пока не пойдем. Пойдем сюда. Посмотрим. Закрытая дверь. Это печально. Ладно, значит, пойдем сюда. Так, напоминание. Это зона под 24-часовым наблюдением. Нарушители будут анально покараны. Что это вообще за помещение? Какая-то лаборатория, судя по всему. Или комната отдыха. Скорее, комната отдыха. Нет, лаборатория, по-любому. Внимание, бла-бла-бла. Что-то давно не видать моих прелестей. Как же я без них, я прям не знаю. Но тем не менее. Так, еще прибавим звук. Что-то у меня звука ни хрена не слышно. Ах, скотина. Опять тут этот поганый толстячок. Эй, кто здесь? А вот ты. А, это ты. Я уж думал, я труп. Насколько я вижу, вы еще живы. Не вашими заботами. Что вы здесь делаете? А куда мне деваться? Лифты не работают, кругом солдаты. Вы бы это, нашли пост охраны и отключили блокировку. Надеюсь, на этот раз вы не исчезнете? Даю слово. Можно тебе в табло дать? К сожалению, нет. Потому что это ведь ты в прошлый раз включил блокировку. У нас были проблемы. Ну да ладно. Так, я что-то вижу. Уж не смогу ли я туда пройти? Нет, не пролезает, к сожалению. Ищем дальше. Контрольная точка, хорошо. Вроде тихо пока. О, здесь же камни-торы. Наконец-то, а то я, блин, удивлялся, что у них у такой богатой корпорации одни пузатые мониторочки. А здесь все получше. Здесь, видимо, с финансированием было куда лучше. Так, возьмем мину. И куда же нам тут? Видимо, в эту дверь. Давайте посмотрим еще этот офис до конца. Какого хрена? О, он застрял ногой.
Ладно. Это бы меня напугало, если бы не было так тупо. Ну-ка. Да, нога застряла. Вы там как? Кто тебя ел-то? Ладно, послушаем. Телефонный разговор. Что-то нельзя. Почему, интересно? Ну да ладно, хрен бы с вами. О, усилитель, блин, как я тебя не заметил. Тут слишком яркий, я даже твоего света не заметил. Ну теперь у нас 155 здоровья, это вообще обалдеть просто. Ладно, ладно, идем дальше. Да, какие-то химические лаборатории, предназначение которых для меня пока остается тайной. Я слышу солдат. А солдаты, судя по всему, слышат меня. Но пока не видят. Это хорошо. Я их, в принципе, тоже не вижу. Это плохо. О! Лошары. Откуда вы беретесь таких? Ну чё? Давай, наступайте. Блин, ты чё, живой-то ещё? Так, там ещё кто-то есть. Ты один, судя по всему, оставался. Музыка еще играет тревожно. Ну да ладно. Как винтовку красиво положил. Так, в принципе, это прошло довольно-таки, я бы сказал, хорошо. Надо снайперскую винтовку, пожалуй. А, ну нет, на ней еще полно патронов. Ладно, с этим похуем. Пока что-то сегодня сложностей не возникает. Охренеть, вот эта встреча. Обе стороны явно не ждали. Да падай ты уже. Не ждали, что встретятся лицом к лицу. Я, по крайней мере, точно не ждал. Так, еще аптечка. Аптечек просто кучу дают. Это прям поразительно. Казалось бы, уровень сложности элит. Но, тем не менее, сложностей пока особых не вижу. Мне говорили, что там какая-то пиратская версия, в которой из-за бага понижена сложность, но у меня версия лицензионная, она у меня лежит уже сколько, года 4, по-моему, на полочке, так что не надо мне тут. Я играю в лицензионную версию, и баги пираток меня не волнуют. Помню, как я ждал эту игру на момент выхода. Тихо. Так, двое готовы. Как я ждал эту игру на момент выхода. Блин, как меня забавляли ролики, как мне хотелось в нее поиграть. В принципе, она меня не разочаровала, просто я, конечно, ждал от нее маленько другого. Чего-то более сюжетного, но в итоге получил игру практически без сюжета. Он только в ключевых моментах развивается по чайной ложке за день. Но, тем не менее, в плане перестрелок и пугающих моментов она меня, конечно, обрадовала. Так, где-то здесь мое чутье подсказывает, что наверняка лежит усилитель. Больно уж темное место такое, где ныкают всякие вещи. Но, к сожалению, ничего не видать. Видимо, чуйка меня подвела. Это печально. Сюда. Кто сказал? Доложите обстановку. Ловите мы удачу.
Что-то вылетело. Так, хорошо. Что, все что ли? Ну да ладно. Интересно, куда же мы это попали? А, здесь, похоже, велись основные работы по этому проекту «Исток». Потому что куча наблюдательных комнат, куча лабораторий. Видимо, мы в ту самую часть, где лучшие умы корпорации обрабатывали данные, собирали информацию, проводили опыты. Но, конечно, сама Альма водилась в другом месте. Так, обозначение. Биологическая угроза. Очки нужны. Воспламеняющийся газ. Очень текстуры довольно-таки слабо читаемые надписи. Так, это что такое? Ой, 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 сколько у вас там? Давай, давай, давай. Давай, давай. Так, хотя бы два их спанул, уже хорошо. Сейчас они меня наверняка обойдут как-то. Или мне спрыгнуть надо? И что, затихарился, блин, а? Откуда вы беретесь такие наглые? Так, эта дверь, судя по всему, у нас не откроется. Так, точно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Armhem Technology. Хорошо. Кто еще желает отведать комиссарского тела? Так, тут у нас стекло армированное. Это что такое? А, здесь сломано. Пост охраны. Видимо, через него я открою двери. Сначала давайте послушаем телефонный разговор. Крысы побежали с корабля и начали заметать за собой следы. Так, пистолет-пулемет, ты мне не нужен, пожалуй. Включаем кнопку. Ой, ой, ой. Что это там за тень была такая, я не понял. Ладно, идем вперед. Сзади ничего не открылось, скажем. Возможно, вот эта дверь. Нет, к сожалению, нет. Так, нам можно пойти наверх, и нам можно пойти вперед. Пойдем наверх, потому что мне кажется, что нам надо вперед идти вообще. Ой. Ну, я знал, что он нас подведет. Видимо, нам все-таки сюда, так что давайте пойдем сюда, я поищу свои любимые стимуляторы. А, так кто ж мы были? Понятно, тут нет ничего. Ладно, мы просто вернулись. Тогда идем сюда. Толстячок нас опять кинул. Это было предсказуемо. Сколько можно таскать с собой чипсов? Это же охренеть. Он где их носит-то все? Так. Во, лифт уехал. Шахта освободилась. Блин, а она меня не предает случаем? Опасно, опасно. Высота там, похоже, нехилая. Ну и ладно, хрен бы с ними. Так, что мы тут можем сделать? Мы можем подняться по лестнице, и мы можем... Нет, больше мы ничего не можем, к сожалению. Или к счастью, но тем не менее. Ползем наверх по шахте лифта. Нам, видимо, туда. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Хрен бы с ними.
Так, спуск вниз. Ненавижу вентиляцию. Хоть и новый уровень. Отлично. Любой ценой добраться до Феттеля. Да мы до него добираемся. Считай, с начала игры. Все никак не можем добраться. Как вот неуловимый Джо. Так, ну и ребята, я надеюсь... Какой надеюсь? Я завершу на этом эту серию. Увидимся в следующей. Всего хорошего. Пока-пока-пока.